Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Магнитогорск! Через несколько минут здесь начнется очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» принимает московский «Спартак». Ваш комментатор. Вторые звенья команд появляются на льду. Робин Ганзел, 78-й номер. 93-й Александр Хохлачев. 87-й Артем Федоров, который забрасывает практически в каждом матче. И «Спартак» открывает счет. Едва успела пройти минута от начала этой встречи. Не зря волновался Яндыч. Не зря пытался он разбудить свою команду. Хотя нет, зря. Не помогло. «Спартак» разбудил себе магнитогорскую команду. Теперь осталось посмотреть, найдутся ли какие-то шансы в контр-игре. У «Спартаковцев» нет, пока не находится. Блистательно. Совершенно изумительно. Геометрически выверенная атака «Магнитки», и Ник Шор под щитком Никиты Беспалова проталкивает эту шайбу в ворота, не давая сухой серии. Есть что вспомнить всегда. В общем, будем надеяться, что команды продолжат радовать нас содержательной игрой. В атаке момент, и 2-1. «Спартак» моментально перехватывает инициативу и снова выходит вперед. Очень легко позволили Ярославу Дыбленко мешать спокойно защитникам «Магнитки» начать эту атаку. Воронин вместе с Никонцевым отработал эту смену. Издают они вахту Карсунцу и Федорову. Антипин. Это Виктор Антипин, дамы и господа. Зрячая передача. Провалились «Спартаковцы». Слишком уж легко они так и наивно рассчитывали на встречном движении поймать своих соперников. В последних матчах, оставляя за скобками игру с Сибирью, действовали активно, результативно. Собственно, поэтому и не требовалось Томазякину забивать. Дронов впервые в этой встрече выводит свою команду вперед. 3-2. Не успел правый от себя угол закрыть Никита Беспалов. Отступили. Резонно предполагаю уж кто-кто, а Эллисон со товарищи к ним сам придет. А вот будут ли они к этому готовы? Нет. Тончайшая передача Сергея Мазякина. И шайба заползает просто в ворота Александра Дружкова, поскольку не было необходимости пускать сетку пузырями. Вот когда большие мастера начинают. Архип Николенко, воспитанник «Крыльев Советов», обладатель Кубка Харламова в составе МХК «Спартака». Здесь пятая шайба влетает в ворота красно-белых. Да, ничего, в общем, не поменялось с начала второго периода. Перевод, но до Мазякина шайба не доходит. И есть возможность у «Спартаковцев» убежать в контратаку. Идет на поражение. И, пожалуйста, Илья Зубов, а я предупреждал. 5-3. Ничего еще не закончилось с точки зрения голевых свершений в этом матче. Гришин выкатывался на ворота и, похоже, там получил какое-то повреждение. Но главное, главное он доставил. Я не думаю, что отменят. Да, хороший гол. Снова рука на центр. 5-3. Уральцы в этот конверт, который пытались разыграть. Ничего хорошего из этого не вышло. А вот здесь Мазякин материализует клюшку на крюке Эллисона перед воротами. И промахнуться здесь уже невозможно. 6-3. 2 из 2 в большинстве «Магнитки» сегодня. Встреча против «Авангарда». Когда «Магнитка» победила со счетом 2-1. Седьмая шайба в воротах. Шапки долой, господа. Это хит-трик. Мэтт Эллисон купается в овациях почтеннейшей магнитогорской публики. Впервые в сезоне «Магнитка» забрасывает 7. 5 очков Сергея Мазякина. И Павел Зайцев подводит итоги этой встречи.